этой вселенной у всего свое предназначение. Все случается так, как должно. Одни и те же цифры. Удивительное дело. Ты всем доволен? Не хочешь большего? Мне сказали, что это произойдет. И произошло. Новый взгляд. Где наша собака? У нас нет собаки. На самый культовый сериал в истории. Мы перескочили в прошлое? Опять? Все, что вы предсказали, сбылось. Я что-то изменил. Что-то стер. Мы не должны быть здесь. Жизнь порой преподносит сюрпризы. Ведущий Джордан Пил. Что вы со мной сделали? Выключи! Это не сон. Сумеречная зона. Все на улицу! Давайте! Сюда! Во всем лесу пахло смертью. Боже милостивый! А потом увидели это. Бог свидетель, оно было не из этого мира. Между 1952 и 1969 ВВС США расследовали более 12 тысяч сообщений об НЛО. Эта засекреченная программа получила кодовое название «Проект Синяя книга». У нас происшествие в Западной Вирджинии. Семья сообщила, что видела что-то упавшее с неба. Я немедленно выезжаю. Нам нужно, чтобы вы сначала кое с кем встретились. Его зовут доктор Аллен Хайнек. Вы хотите, чтобы я расследовал летающие тарелки? Я хочу, чтобы вы помогли мне доказать правду. Они не существуют. Основана на рассекреченной правительственной информации. Лори, Уилл, вы уже можете выходить. Доктор, скажите, что произошло с моими детьми? От исполнительного продюсера Роберта Земекиса. Если вы верите, что видели эти странные огни в небе, пожалуйста, поднимите руки. От режиссера «Назад в будущее» Форрест Гамп и «Контакт». Меня зовут доктор Хайнек. Мы знаем, что вы видели эту сущность. Мужчины в шляпах. Они были напуганы. И вы должны быть тоже. Аллен работает над действительно странными вещами. Летающими тарелками. Я просто больше не чувствую себя в безопасности. Я задаюсь вопросом, не станет ли профессор Хайнек проблемой, которую нам придется решать. Вы думаете, что, возможно, существуют внеземные формы жизни? Возможность того, что мы одни во Вселенной, равна нулю. Нас не атакуют. Какого черта это было? Это были не самолеты. Откуда вам знать, какие самолеты есть у русских? Русские здесь совершенно ни при чем. Я близка к этому человеку, как никогда. Я напомню вам, зачем вы здесь. Летающие тарелки не существуют. Как вы объясните эти повреждения? Какое НЛО могло сделать это? Простите, НЛО что? Они наблюдают за нами. Истина! Здесь происходит что-то большее, и я хочу знать, что это. Неопознанное. Я сказал закрыть расследование. Чего вы хотите? Я хочу добраться до истины. Логически невозможно объяснить то, с чем нам приходится иметь дело. Проект «Синяя книга». Оригинальный сериал от Apple. Много веков назад почти все люди потеряли способность видеть. Говорят, что зрение забрал сам Бог, чтобы исцелить землю. Для тех, кто остался, зрение — это миф. Но спустя многие годы способность видеть вернулась. Что это? Что?
Что-то не так. Дети. Они могут видеть. От продюсера трилогии «Планета обезьян». Мои дети. У них есть сила, которую мы зовем магией или же злом. Мы должны их защитить. И режиссера «Голодные игры». Мы боялись, что этот день настанет. Порог света когда-то чуть не уничтожил мир. А также от создателя сериала «Острые козырьки». И теперь он вернулся. Найдите этих детей. И приведите ко мне. Они придут за нами. Они оставят нас в покое, если мы отдадим детей. Нет, я буду с Баба Восс. Путь в будущее. Эти дети наш дар. Они принесут знания, которые начнут новый мир. Только вместе. Мы семья. Мы одно целое и будем сражаться вместе. Джейсон Момоа. Я должен защититься. Элфри Вуда. Время пришло. Удивительно, как столь маленькая вещь может изменить целый мир. Видеть. Величайшая команда супергероев в истории человечества – «Семерка». Чем могу вам помочь? Не буду ходить вокруг да около. Я слышал, что стало с Робин. Ты такой не один. Из-за супергероев ежегодно гибнут сотни людей. Извини, надо бежать. Робин! Амазон представляет. Вот тут-то и появляемся мы. Мясник, французик, молоко матери, девица. Чтобы навтыкать охреневшим мудакам. Господи! Может, уймешь ее? Может, расслабишь Эшко? А может, вам двоим уже хватит вести себя как бабы? Пора браться за тебя. Ха-ха! Я же неуязвим, идиоты, вы кончены! Не ищи встречи с кумирами! Я величайший супергерой в мире. И мне все сойдет с рук. Мы вот-вот прищучим этих чмошников. Я пас! Эй, как там дела у Спорти Спайс? У кого? У Спорти Спайс, мать ее, где она сейчас? Я не знаю. А Бэйби Спайс? Про них даже в таблоидах не пишут. Потому что поодиночке они пустое место. Но если собрать их вместе, получишь охренительных Спайс Гёрлз. Суть в том, что друг без друга нам быстро сделают козью морду. Господи, умеет он подбодрить. И не говори, брат. Я не могу. Просто встань и дави на спуск. Извините! Мы же семерка. Круче нас только яйца, гондонище. Нет, 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 пожалуйста. Пардонте, мой французский. Пора мочить козлов. Пацаны! Thank you.
Охотник за головами – непростая профессия. Не думаешь? Возвращение «Звездных войн» в сериале «Мандалорец».